Возьми себя в руки и окунись в невероятное приключение Grand Mobile. Стань героем своего времени и займи свое свободное время с нашей захватывающей игрой. Окунись в мир настоящего экшена и симулятора жизни. Почувствуй адреналин, участвуя в уличных гонках, захватывающих погонях и экстремальных миссиях. Выбери свою роль – бандит, гонщик, полицейский или мажор на крутых тачках. Скачай нашу игру прямо сейчас в App Store или Play Market. Все действия в этом ролике постановочные. Алкоголь и курение вредит вашему здоровью. А также целых 70% людей смотрят без подписки. Пожалуйста, подпишитесь. Воду взял, закуску взял, картошку взял. Воду взял, огниво взял. Сынок, ты давай не дуйся, но не получается тебя взять. В следующий раз поедешь со мной 100%. Вот, зуб даю. Володь, может быть, все-таки возьмешь с собой сына? Наташа, куда? Я, Петрович, Михайлович, где он будет сидеть? У нас на головах. У меня ж десятка, не Москва, не резиновая. Ой, Петрович звонит. Петрович, богатым будешь. Нет, долго дать пока не могу. Я в том плане, что мы разговаривали только что про тебя. Как жонка не пускает? А ты ее... А ты ее слушайся, Петрович, тебе застужаться нельзя. Давай, добро, Петрович. О, Володь, а вот и место освободилось, да? Наташ, свято место в Жигулях пусто не бывает. Под улов, значит, освободилось. Походу, с Михайловичем сегодня вот такенных тягать будем. О, на ловца и зверь бежит. Алло, Михайлович, ну что ты, собираешься? Как не поедешь? Михалыч, ты давай мне тут про свои отношения с жонкой не рассказывай. Бывает у всех. Так что теперь из-за этого не ехать на рыбалку? Куда я столько самогу... Самок, говорю, не пройдет. Михалыч, дуй в поликлинику. Давай, добро. Ну что ты смотришь? Беги, одевайся. Бери все самое основное. Рыбалка – это дело серьезное. Я бы сказал, бы даже опасно. Рыбак, долго тебя ждать буду? Давай, садись, поехали. Ну,
Ну что, поехали? Маши мамки. Пап, подожди меня! Пап! Давай быстрее. Лодку взял? Пап, конечно, взял! Так, рыбак, на, вот у тебя лопата, вот у тебя баночка, иди копай червей. Как копать? А кто их туда закопал? Птицы, чтобы не испортились. Ты давай дурацких вопросов мне не задавай, а иди копай. А я пока приготовлю снасть. Ну, рыбка по суху не ходит. Крапива, комары. Пап, я не нашел червей. Ты бы червей бы не нашел бы в колодиках. Ой, красота! Наваристый! Пусти! Ты раздолбай! Это ж прикормка для рыбы! Ты ж червей не накопал! Кушайте, мои маленькие. Кушайте, мои хорошие. Ну что, рыбка, ловись большая, да побольше. Папа, на что ты ловишь? Я ж червей не накопал. На хлеб. Пап, я пить хочу. Так вот, кружку возьми, да с ручья попей. Как с ручья? Прям с ручья. Мы ж на природе находимся. Здесь все чистое. А потому что днями сидите за компьютерами, все иммунитеты себе попортили. Пап, у нас есть туалетная бумага. Где я тебя возьму? Мы же на природе находимся, сынок. Лопухом подтирайся. Сынок, в интернетах днями сидишь. Что там не показывают, как отличить лопух от борщевика? Ох, как же чешется. Сейчас на берегу вообще не клюет. Так, Евген, давай распаковывай лодку, сейчас будем надувать ее.
Папа, можно я сам ее надую? Так, конечно, сам. Смотри, чтоб надуло сильно. Но не так сильно, когда Михалыч пьяный на пасеку пришел. Пап, я накачал. Ну, за морской флот. Слушай, Евген, пойду на дальняк схожу. Скоро я приду. А это куда? Ну, лисичка носик показала. Это как? Сейчас приду, жди. А что если, пока папки нету, я сейчас рыбы наловлю, а он придет и мы ухи сделаем? Во, папка меня зауважает. А что, ничего трудного тут нету? Поймал, вот этим подсадил и все. Над морской тишиной, над крутою, над волной, две вечерние звезды, две дороги, две судьбы, и одна из них зовет через волны на восход, а другая тянет к дому, снова в порт меня зовет. Дома долго мне нельзя, сердце просится в моря. Посмотри... Сейчас мы ее подальше закинем. Щука, что ли? Тону. Тону. Что делать? Позову папку, убьет. Не позову, утону. Пап! Тону! Пап! Ёб твою мать! Я не хочу умирать! По собачьи давай! Спасение утопающего – дело рук кого? Правильно, батьки. Так, жди, пойду до машины, переодевки тебе принесу. Ты за лодку не переживай. Я кирзовые сапоги порежу, заплатки сделаю. Но клеить будешь сам, понял? А ты меня научишь? Конечно, научу. А хочешь, еще научу кое-чему? Засунь два пальца в рот и скажи: щука. Сука. 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 Я мамке не скажу, но ты давай это, не перебарщивай. Пап, смотри, клюет! Ох, плотвичка какая хорошая, а? Офигеть, рыба! Поздравляю, Евген, твой первый улов! Пап, да когда же ты поймал? Так поймали, что на твою удочку. Ты же мою вон утопил. Ох, плотвичка какая. На! Офигеть! Ну, за первый улов. Плотвичка. Пап, я есть хочу. Значит так, тащу мне с рюкзака картошку. Сейчас банкет организуем. Давай, давай, неси. Вот так вот каждую картошку фольгу раз. Так вот их всех
прямо в залу. Раз! И лопаткой прикопал. Так, а что ж? Я что-то еще ж брал. Оп, подарки от зайчика. Хлебушек, лучок, сальца. Подарочки от Михалыча, ты ж мой зайчик. Главное, чтобы не было подарочков от Белочки. Так вот берешь, да пополам картошку раз, солькой вот так вот посыпал и кушаешь. Лопай, лопай, сальца вон с хлебушком бери. Сальца, хлебушек, это все натурпродукт. Кушай, кушай. Евген, у тебя сопля на носу, что ли? А ну-ка обтери. Как будто с Михалычем приехал. Эй! Ну что, давай ставить палатки. Пап, так а мы не брали палатки? Ну, значит, будем спать в машине. Пошли. Ай, пап, я ногу натер. Блядь, горячая моя луковая. Иди сюда. Давай, запрыгивай. Опа, опа. На самом деле, хорошо, что съездили, Евгений. Посидели, порыбачили. А что ругаюсь, ты не серчай. Я на свою лобачку тоже раньше злился. Знаешь, как он меня плавать учил? На середину озера с лодки меня выкинул. Так я барахтался там, как хотел. Карася научил подсекать. Чай на костре делать. Лодку клеить. Ну и строгий был. Куда деваться. Подбываешь, ловишь с батей рыбу. На берегу реки. На вечерней зорьке. А ноги промокли. А ему не говоришь, потому что наругай. А он тебе самый вкусный чай приносит из таежных трав. В железной кружке. А ты сидишь и черненькие козявки от золы опренышко обтираешь. От папки пахнет лучше, чем всякие импортные духи. Костром, перегарчиком, махоркой. И кажется, что никого больше в мире нет, кроме тебя, бати и вот этого вот его вкусного чая. Слышишь, что говорит? Твоим нам тут тесновато с тобой будет. Завтра трав насобираю, чай сделаю, как ты учил.